Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Врачи считают, что состояние Алексея Навального позволяет его транспортировку. Российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в больнице в тяжелом состоянии, разрешили перевести на лечение в Германию. По мнению врачей, состояние Навального стабилизировалось и позволяет транспортировку. Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным. Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем, заявил главный врач Омской больницы скорой помощи номер 1 Анатолий Калиниченко. При этом он отметил, что перевозка пациента будет проходить в течение дня, а сейчас проходит новый медицинский консилиум по состоянию Навального, на котором присутствует жена оппозиционера Юлия. Стоит отметить, что все началось с требований жены политика. Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия обратилась к президенту страны Владимиру Путину с требованием разрешить перевести ее мужа на лечение в Германию. Юлия Навальная указала, что все уже готово для экстренной транспортировки, подчеркнув, что ее мужу необходима помощь врачей из Германии. «Официально обращаюсь к вам с требованием разрешения транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», говорится в обращении. Супруга озвучила требования после того, как врачи больницы в Омске не разрешили перевозить российского оппозиционера Алексея Навального в другое медучреждение. Решение семьи их не удовлетворило, и в больнице заявили, что его недостаточно. Самое главное, в больнице отказывают в транспортировке Алексея. «Это позиция больницы, что его состояние не транспортабельное», написал Жданов. Команда Навального обратилась к властям РФ с просьбой содействовать транспортировке политика в один из токсикологических центров Европы. Также заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска Анатолий Калиниченко заявил, что врачи поставили диагноз российского оппозиционного политика Алексея Навального, однако не будут его разглашать. Он уточнил, что информация о яде, которая появилась прежнему, не подтвердилась. Ядов или следов их пребывания в организме не обнаружено. Наверное, диагноз отравления остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление, сказал Калиниченко. Кроме того, он отметил, что диагноз уже установили. «Мы – осложнение, мы – те состояния, которые у него есть, они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента», – добавил Калиниченко.